Предугадать, что такое может произойти с твоим ребенком, практически невозможно, каким бы осторожным и ответственным родителем ты не был. Так случилось и в этот раз. Привычное занятие с репетитором обернулось трагедией. Произошли трагические события на территории города Сарова. В апреле было совершено преступление в отношении несовершеннолетней жительницы города Сарова, а именно взрослый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Данный мужчина сейчас задержан следователем, и на настоящий момент ему избран мер пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас на данный момент проводится предварительное расследование. Предположительно, мужчина работал в одной из школ города. Но пока ведется расследование, подтвердить или опровергнуть эту информацию правоохранительные органы не могут. Точно известно, что в свободное время мужчина проводил индивидуальные занятия на дому. Данные события происходили в вечернее время вне стен какого-либо учебного заведения. О данном преступлении нам стало известно из заявления мамы ребенка, которая обратилась в правоохранительные органы, и следствием стали проверять эту информацию, и она подтвердилась. Еще один слух, которым обросла эта история, девочку заразили вирусом иммунодефицита, но эту информацию в Следственном комитете опровергли. В настоящее время по факту преступления в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, его ждет от 12 до 20 лет лишения свободы.